восхитительные эклеры. Нежные, очень клубничные и ароматные, нежное заварное тесто и воздушный крем, наслаждение в каждом кусочке. Представляя классику жанра, сочетание ароматной клубники и нежных сливок, классическое заварное тесто наполните воздушным клубничным кремом, и всех дегустирующих будет не оторвать от такого десерта. Предлагаю украсить пирожные клубничной и шоколадной глазурью, также можно просто посыпать сахарной пудрой, пробуйте. Список ингредиентов в конце видео. Приготовление начните с клубничного пюре, ягоды, свежие или замороженные, примерно 0,5 кило, засыпьте 2-3 ложками сахара и прогрейте до его растворения, не доводя до кипения, разомните ягоды пестиком или пробейте блендером. Протрите пюре через сито для удаления косточек. Отмеряйте в кастрюльку для теста 150 мл клубничного пюре, а также влейте молоко, добавьте соль, масло и доведите массу до кипения. Всыпьте разом всю муку, активно размешивая ее лопаткой, прижимая ко дну кастрюльки и заваривая в плотный комок. Подсушите тесто при помешивании около минуты. Подписывайтесь и ставьте лайки. Снимите кастрюлю с огня и остудите тесто до 80 градусов, по одному введите яйца, тщательно вымешивая тесто. Тесто должно получиться однородное, густое, мягкое, гладкое, но не льющееся. Яиц может уйти чуть меньше или больше, поэтому последнее яйцо рекомендую взбить и добавлять в тесто частями. Работайте быстро, готовое тесто все еще должно оставаться теплым. Переложите тесто в кондитерский мешок с зубчатой насадкой и отсадите на противень, устеленный пергаментом, небольшие колбаски или ракушки. Выпекайте эклеры в уже заранее прогретой до 200 градусов духовке до поднятия теста. Затем уменьшите нагрев до 170 градусов и выпекайте эклеры до полной готовности, не открывая дверцу. Цвет у готовых эклеров должен быть коричневым, а корочка сухой. Готовым эклерам дайте остыть в духовке до теплого состояния. Затем перенесите на решетку окончательно остывать. Для крема замочите желатин согласно инструкции. Подогрейте 200 мл клубничного пюре и добавьте отжатый желатин. Перемешайте до полного растворения желатина и дайте массе остыть. Сливки взбейте с сахарной пудрой в пышную массу. Аккуратно перемешайте с начавшим застывать клубничным пюре. С помощью кулинарного мешка и насадки наполните пирожные кремом и поставьте в холодильник на полчаса. Украсьте эклеры клубничной глазурью и растопленным шоколадом. По желанию, посыпьте сахарной пудрой. Готово. Подавайте к чашечке чая или кофе. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Мука пшеничная в сорт, 150 грамм. Клубничное пюре, 350 мл, 150 мл. Тесто, 200 мл. Крем. Молоко, 50 мл. Масло сливочное, 80 грамм. Яйца, 4 штуки. Соль, 1 щепотка. Сливки, 200 мл, 33-35%. Сахарная пудра, 2 столовые ложки. Желатин, 3 штуки, 3 пластины. Примерно 12 г. Количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.